Друзья, всем привет! Огромное спасибо, что зашли на наш канал. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, со мной моя Соня. Всем привет! Соня уже говорит, я очень сильно хочу есть. Начинай, Сонечка, кушай, а я пока зрителям нашим расскажу. Сегодня мы приготовили обед. Можно сказать, обед вообще диетический. Я запекла картофель вместе с рыбкой. В духовке. Также порезала свежий огурчик, немножечко сметанку так красиво выдавила. Огурцы чуть-чуть подсолила. И вот такой вкусный, надеюсь, обед у нас получился. Мы вчера с Соней... Давай, дочь, я тебе разделаю рыбку. Тут аккуратно, может быть, косточки. Угу. Так, давай тебе. Костлявая. Она не костлявая, это ментайчик. Да. В ментае костей просто по минимуму. Держи. Надеюсь, я ее подсолила нормально. Соня меня попросила, говорит, мам, ты не соли рыбку сильно. Я говорю, ладно, дочь. А то у меня бывает, я могу пересолить, то не досолю. По чуть-чуть, дочь, не спеши. По чуть-чуть, она у меня только-только, Соня спешила, только-только, можно сказать, достала из духовки, еще даже пар идет. Вкусная получилась. Угу. Косточки вот сюда, если что, складывай. Не спеши, потому что может косточки быть сегодня. Я понимаю, что мама готовит вкусно, да? Угу. Захотелось нам рыбки. Вчера пошли на рынок с Соней купить огурчиков. Ну так, овощей немножко. И увидела рыбку. Думаю, надо купить. Давно ли мы не покупали? Вкуснятина. Вкуснятина. У нас опять дождик на улице. Пасмурно. В Москве не очень хорошая погода для гуляния. Поэтому я занимаюсь упорно работой сейчас. Хорошо, что есть она. Завтра были у бабушки. Мы вот... В субботу документами занимались. Сейчас поедем завтра. Позвонили мне, опять надо ехать. Ну что, будет повод. Нам с бабушкой увидимся, да, Сонечка? Бери ручками. Раньше я думала, что вся диетическая еда такая, она вся невкусная. Вы знаете, вполне. Очень даже вкусно. Вкуснее, чем жареная. И очень быстро. Я у Сони спросила, говорю, как будем готовить. Пожарим рыбку и сделаем пюрешку, да? Угу. Соня говорит, нет. Делай, мама, все в духовке. По времени мало, а по вкусности... Мне это нравится. Так, вот я заметила, Сонечка больше любит более такие правильные блюда, я бы сказала. Я говорю, ну ладно. Раз ты, говорю, так хочешь, буду так. В принципе, вкусно. Такой бы на гриле хорошо рыбка. У меня брат с папой ездили на выходных на рыбалку. Говорят, очень-очень. Мама говорит, приезжайте. Гостя. У нас говорит, много свежайшей рыбки. Я говорю, вам приготовлю. Так что мы с Соней поедем, да-да. Да, Соня? Угу. Немножко косточки, конечно, попадается. Ну. Минтай вообще такая рыба, да не только минтай, вообще морская рыба, как бы там костей просто по минимуму. Поэтому я люблю больше, если честно, морскую рыбу, чем лесную. Да.
Соня огурцов не хотела. А смотрю, молодец, все съела. Я говорю, дочь, как же совсем без овощей эта картошка? То, что нужно огурчики для картошки. Вкуснятина. Сюда. Салфеточку. Пока готовили, так хотелось кушать. Запахи вкусные. Я, конечно, вот крытки больше всего для меня идеально. Это картофель именно пюре. Я и хотела пюре, но что-нибудь запеченную, мама. Дочь, ты сейчас вывалишь всю тарелку. На самый край села. Тебя и так хорошо видно, малыш. Ой. Так вкусно, что не хочется вообще ничего говорить. Угу. Да? Угу. Хочется просто есть, есть и есть. Сегодня что-то какое-то состояние у меня вареное немножко. Когда уже у нас начнется настоящее лето? Поговаривают, что в этом году вроде бы как лето будет такое хорошее. Не знаю. Уже в это просто не верится. Говорят, что вообще жара будет. Да, дочь? Угу. Соньке обязательно нужна. Она планирует в бассейне у бабушки купаться, да, Соня? Да. Купальнички. Купальнички, да. Поэтому нам лето обязательно нужно. У нас в этом году будет насыщенный летний отдых. Ну, если нам, конечно, погоду не испортит. Улитка. Угу. И косточка. Немножко косточки есть. Хотела рыбу. Угу. Аккуратнее, дочь, косточки. Да. Косточек немного, но они есть. К сожалению, на филешки я очищать от костей не умею. Ну, селедку только, если. Поэтому а рыбку мы любим, да, дочь? Картошечка пропиталась прям соком, вкусно. Не могу понять, наелась я или не наелась, что-то вообще. Но будем завершать наше видео с доченькой. Да, Соня? Потом за кадром Сонечка доест обязательно. Тебе понравилась рыбка? Вкусная? Вкусная. Но я ей две штучки положила. У меня просто побольше рыбка была, поэтому я Соне положила две штучки, да, Соня? Ну что, друзья, мы хотим вас поблагодарить за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписку. Всем-всем огромнейшее спасибо, друзья, за любую активность на нашем канале. Мы все комментарии читаем, к сожалению, сейчас не всегда я могу вовремя ответить, но я обязательно почитаю и по возможности отвечу всем, мои хорошие.
Вам всем-всем спасибо. Спасибо за то, что у нас есть. Совсем еще чуть-чуть осталось. У нас на канале уже будет 2000 на Дзене. На Ютубе уже приближаемся мы 2500. Там немножко получше идет у нас. Идут дела. И подписчики набираются. Ну, есть к чему стремиться, есть над чем работать. Да, Соня? Да. Ну, а мы с Соней будем стараться снимать больше позитивных, больше интересных видео. Ну, возможно, и полезных видео для вас, друзья. На сегодня пока все. Всех целуем, обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч, друзья.